«Лучшие врачи России». Минздрав опубликовал итоги ежегодного всероссийского конкурса. В этот раз поступило почти 600 работ из 60 субъектов. В числе победителей – 3 специалиста из нашей республики. Лучшим инфекционистом страны признана Татьяна Иголкина. Она работает врачом-дерматовенерологом в Республиканском кожно-венерологическом диспансере. Еще один медик из Чувашии, Нина Алексеева, заведующая отделением городской стоматологической поликлиники, заняла первое место в номинации «Лучший стоматолог». Лучший врач медицинской реабилитации Кирилл Нестерин, заведующий профильным отделением городской клинической больницы номер 1. Да, у нас там...